Зоопатруль – уникальный проект телеканала «Самара ГИС» и ветеринарного центра «Флагман Вет». Реабилитация этих пациентов и адаптация их в жизни. Собственно, вот в этом и состоит суть нашего проекта. Съемочная группа вместе с зоозащитниками выезжает туда, где бездомным животным требуется помощь. Очевидно, на улице с такой травмой он бы не выжил. Мы расскажем о том, что такое ветеринария катастроф, о лечении особо сложных пациентов, травмированных на улицах. Собаки, во-первых, не чувствуют себя инвалидами, а во-вторых, собакой-инвалидом можно жить. Следующий выпуск 9 апреля в 19:30.